Воскресенец Алексей Орехов пришел в мотофристайл из мотокросса. Страсть двухколесному ему привил его отец и одновременно тренер. Всего несколько лет назад Алексей решил освоить мотофристайл. Очень трудный, но зрелищный вид спорта. За короткий срок он освоил массу сложнейших элементов и сегодня входит в число лучших райдеров страны. И в составе команды FMX-13 покоряет сердца зрителей. Лидер и создатель команды «Коломенец» Алексей Колесников каждый год устраивает для своих земляков супершоу. Потому что это мой родной город, который я очень сильно люблю, и мы это здесь делали, делаем и будем делать. Огромное количество зрителей, по моим подсчетам, я думаю, что сейчас 1010, наверное, точно есть. Вы знаете, на самом деле количество не имеет никакого значения. Выступления в своем городе, они никогда не сравнятся ни с чем. Сюда приезжает его друг, один из лучших райдеров Италии. I come from Italy, Milano. I'm here because I'm, я, говорит Ваня, приехал из Италии, Милана. Здесь я, потому что мой лучший друг Алексей Колесников устраивает фестиваль имени себя. Сальто на мотоциклах, пролеты, массовые прыжки и другие элементы мотофристайла. Эти ребята собирают целые стадионы, но в Коломне их можно увидеть гораздо проще. В завершении мотовечера Алексей Орехов поделился впечатлениями. Ну, люкс, вообще все круто, отпрыгали, куча эмоций. Довольны все, счастливы. Вообще. Нормально, папаша. Много воскресенцев было? Я думаю, много. Воскресенцев, привет.